шел снег. Было тихо и спокойно, и пушистые снежинки неспешно кружили по чудным танцам, медленно приближаясь к земле. Две маленькие снежинки, летевшие рядом, завязали разговор. Чтобы не улететь друг от друга, они взяли за руки. И одна снежинка весело сказала: «Какое невероятное ощущение полета! Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая. «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало». «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут. Мы станем ручьями, устремимся к морю, будем жить вечно», — сказала первая. «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», — возражала ей вторая. Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которая выбрала сама. Все проблемы и их решения внутри нас самих. Быть счастливым или несчастным — это твой выбор. Будьте счастливы!